обращались к ЖКХ для улучшения жизненных условий, а у нас оказалось, что мы ухудшили свои условия. То есть это разрушение. История Елены, как она сама говорит, больше похожа на эксперимент городских чиновников. Несколько лет женщина просила отремонтировать свою муниципальную квартиру. Ответ был как по шаблону – денег нет. Появились лишь после победы Елены в судах. Тут-то и началось. То есть здесь у меня на сегодняшний день разрушение. Ничего не заделали, ничего не залили, не установлена раковина с тумбой, отсутствует сушка для полотенец, вот то, что я вам говорила, даже подводки не вывели. Теперь Елена наблюдает за процессом преображения квартиры. Правда, подвижек, уверяет жительница, оказалось не так много. Сначала Елене пришлось усомниться в мастерстве мастеров, а после и в качестве самих материалов. Обратилась все к тем же барнаульским чиновникам и подрядчику по фамилии Путин. Они мотивируют, что у них денег нет, там кто-то смету неправильно составил, и вот они не могут ничего сделать. И то, что остается, простите, у меня по 1800 выходят двери, входная 6,5. Раковина, вот тумба, я не знаю, по 1000. Ремонт начался 3 недели назад. За это время рабочие лишь заменили трубы, раздолбили плитку на полу и стенах, поменяли на кухне раковину. Обещают заменить двери, входные, межкомнатные. Весь этот капитальный ремонт, оценивает Елена, капитально не продержится. Сделано все не по стандартам. Холодная, горячая. Тут вот даже мастера подписали, смотрите. Холодная, горячая. Включаем. Должна быть горячая. Она у нас почему-то оказывается холодной. И, соответственно, наоборот. Включаем холодную, как мы видим, да, холодную. А, она у нас оказывается горячая. Ну вот, видимо, такие мастера у нас. Переделать обещали еще 2 недели назад. До сих пор, как видим, переделывают. Между тем, Елена твердо для себя решила никаких бумаг после окончания такого капитального не подписывать. Скорее всего, ей придется обратиться в краевую прокуратуру. Быть может, после этого, говорит, этот эксперимент завершится капитально. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.